Насколько ты готова идти дальше? До конца. Я хочу все вспомнить. И это важно сделать именно сейчас, когда ты побывала на месте гибели отца и сработал триггер. Ты продолжаешь принимать таблетки? У меня очень кружится от них голова. Это обязательно? Да. В противном случае я не смогу делать прогнозы, будет ли эффект от терапии или нет. Полина, тебе решать. Хорошо. Я готова рискнуть. Что нужно делать? Мы должны снова вернуться в квартиру. Но при условии, что я пойду с тобой, потому что я должна полностью контролировать процесс. Я согласна. Тогда будем готовиться к разблокировке памяти. Я тебе дам еще одну таблетку для стимуляции определенной зоны мозга. И у тебя снова появятся слуховые и зрительные диссоциации. То есть у тебя снова продолжится видение. Но это нормально, это скоро пройдет. Потом, Полина, не бойся, я буду рядом. Я готова. Костров! Костров, ну послушай, мне нужно время. Да? Ну, при личной встрече, давай я тебе все объясню. Костров! Да чтоб тебе. Это я. Мне нужно сказать тебе кое-что очень важное. Встретимся в кафе на Плеханова. Ну, ты помнишь. Ну что, клюнула? Да, написала «Да, буду». Отлично. Теперь, Полина, попробуй вспомнить все, что ты делала до того, как увидела отца мертвым. Я вошла. Угу. Так. Я поняла, что папа там не один. Я увидела туфли. Так. Я хотела войти, а папа меня не пустил. Я накричала на него и убежала. А потом, когда я вернулась, то... увидела папу в крови. Полина, сядь. А теперь ты должна пережить все заново. Полина, что ты видишь? Я вижу. Мертвого папу. А ты не хочешь пойти на секцию? Вот ты кондо у нас есть. Вот недавно открыл. А что за ним? Поля, Поля, доченька, я в кафе, жду тебя. Ты приедешь? Не прочитала.
ты ж... Полина, Поля, да. Что ты увидела? Это важно, Поля. Это очень важно. Нужно сразу все рассказать, чтобы память не блокировала воспоминания. Да, я понимаю. Что произошло в тот день? Я увидела. Что? Я должна открыть. Нет, Полина, не сейчас. Нет, я должна открыть. Нет, другая Полина. Да, здравствуйте. У меня хорошие новости. Хозяин дома, который вас заинтересовал, готов его сдать. Прекрасно, меня все устраивает, беру. Пришлите адрес. Договорились. Всего доброго. До свидания. Кирилл Юрьевич? Я. Здрасте, я Роман Нестеров, муж Полины Нестеровой. Она в девичестве Покровская. Я вам звонил. Я слушаю вас, Роман. Вы же знакомы с Галиной Покровской, ее матерью? Она же стоит у вас на учете. Мы ведь говорим о вашей теще. Да. Скажите, а вы были знакомы с ее мужем? Кем он был, чем занимался? А вы спросите у вашей супруги. Не могу, она мне ничего не рассказывает. Не хочет говорить о родителях. А я хочу понять, что произошло. Почему ее мама убила мужа? Ссора? Я не думаю. Пойдемте в кабинет. Поля, очнись. Что? Что случилось? Марта, моя шиншилла. Ты о чем? Там, на пороге, Марта, она лежала вся в крови, в коробке. Я прибежала на твой крик, ты лежала без сознания, но на пороге ничего не было. Я видела. Тебе, наверное, показалось. Нет, я точно видела. Это курьер. Он ошибся адресом. Позвонил в дверь. Ты открыла и упала без сознания. Что со мной? Полина, так проявляется стресс. Это реакция на все, что ты сейчас здесь переживаешь. И на то, что мы делали сегодня с твоим сознанием и памятью. То есть Марта в коробке – это просто продолжение того, что я увидела? Скорее всего. Скажи мне, что ты вспомнила? Ничего определенного. Снова силуэты и кровь. Мне как будто бы не хватило секунды, чтобы увидеть все четко. Понятно. Видимо, мы не добрались до первого воспоминания того дня. Да. Нам нужно еще пару сеансов. Вы так думаете? Уверена. Мы должны снять все пласты. А их, видимо, очень много. Хорошо. Так. Завтра ты должна прийти ко мне на прием. Я дам тебе другое лекарство. Другое? Я скорректирую терапию. Препарат ты должна принимать регулярно, чтобы стабилизировать твое состояние. В изолятор ее! Вот на ней же пробы ставить негде.
А вот виновности Галины Покровской я сомневаюсь. Почему? Улики были все против нее и признание ее. Но недавно кое-что произошло, и я снова стал сомневаться. Что? На Галину было совершено нападение. И хотя Галя делает вид, что ничего не случилось, но я-то узнал нападавшего. Кто это? Я пока тебе не могу сказать. Мне нужно все досконально проверить. Но у нападавшего давняя вражда к семье Галины. И я уверен, что он хочет мести. Но получается, что тогда Поля тоже в опасности? Разберемся. Что значит разберемся? Мне что делать? Сидеть и ждать? Ты хочешь мне помочь? Ну, конечно, я в деле. Осторожно. Счастливо. Дочь в покое. Не трогай меня. Я знаю, чего ты добиваешься. Уверена? Не смей лезть ей в голову. Я ее врач. Перестань ковыряться в ее памяти. А то что? А то... Я убью тебя. В общем так, твоя задача не выпускать ее из вида. Как? Она прячется от меня. Говорит, что сама будет решать свои проблемы. Слушать ничего не хочет. Галя такая же. Ну ты же мужик, разберешься. Если что будет не так, звони. До свидания. Давай. Алло. Роман Владимирович? Да. Я звоню по поводу выставки. А, да, здрасте, я вас слушаю. Мы бы хотели пригласить вас на встречу к нам в офис, чтобы обговорить все детали поездки. Вы можете сегодня? Ну, в принципе, да. А куда? Я скину на вашу почту все данные по месту встречи и документам, которые нужно привезти. Документы? Мне просто нужно заехать домой, это за городом. Хорошо, ждем. Ну, хорошо, я к вам приеду. Алин. Полиночка, успокойся, все хорошо. Марта! Что случилось? Самое страшное. Господи, да говори ты уже, а. В моих видениях, которые я раньше не понимала, я теперь точно увидела, что это я причастна к гибели отца. Что? Мария, мой врач, она разблокировала мне воспоминания, и теперь я увидела, что это я убила папу. Я не помню сам момент убийства, но это точно сделала я. Знаешь, что самое страшное? Я теперь знаю, что мама взяла вину на себя. Это я, понимаешь? Это я убила папу, она взяла мою вину на себя. Я думала, что она монстр. Настоящее чудовище оказалась я. Ты можешь мне не верить, но Полина пришла ко мне сама. Сама. У нее был приступ, а я просто хочу ей помочь. Я тоже хотела помочь твоему мужу. Почему же ты мне тогда не поверила? Разве? А почему же лечение не помогло? Почему он умер? Потому что параллельно с моим лечением твой муж принимал наркотики.
Не придумывай. Мне бы сказали, и в документах было бы написано. Я узнала об этом по результатам вскрытия. По факту самоубийства была доследственная проверка, и по состоянию внутренних органов, Мария, твой муж был хроническим наркоманом и скрывал это от всех. Не верю. Но почему же ты мне тогда не сказал об этом? Потому что его очень любил. Не знаю. Не хотела делать тебя еще больнее. Поэтому ни я, ни эксперты в документах ничего не указали. Я не верю тебе. Мария, оставь нас в покое. Галя, ты? Да неужели вернулась? Я, да. А что у вас тут случилось-то? Светик, у тебя дела есть? Да, у меня есть дела. Я купила мясо, котлеты буду делать. Пойду. Иди, мой хороший. Иди. Может, ты чай хочешь? Или кофе? Или поесть что-нибудь? Ничего я не хочу. Оль, я пойму, если ты не захочешь со мной общаться и попросишь меня уйти. Господи, я сделаю вид, что я этого не слышала. Прости. И что ты собираешься делать? Я хочу поговорить с мамой. А Рома? Роме я ничего не скажу. Господи, конечно, кругом от всего этого голова. Знаешь что? Тебе в первую очередь нужно поговорить с мамой. Она точно знает, что случилось тогда. Мне трудно будет это сделать. Почему? Потому что я говорила ей, как я ее ненавижу. Как я презираю ее. Я строила из себя жертву. Настоящим убийцей была я. Я все решу. Слышите? Я скоро все решу. Дело за мной. Да не подходил я к твоей машине. А царапина откуда? Сам где-то притерся, а на меня валишь. Я видел, как ты терся около моей машины. Я не терся, и вообще нечего ставить возле банка ее. А где мне ее ставить? Все, хватит. Идите по домам, я разберусь. Заявление отдайте дежурному. Все равно я не притирался к твоей машине. Притерся, притерся. Да не было меня там. Было, было. Мы сейчас выйдем поговорим. Мам, пожалуйста, перезвони мне, это очень важно. Thank you.
Мам, это я! Есть вероятность, что Галя причастна к мошенничеству. Надо ее срочно найти. Все становится еще серьезнее. А я уверен, что Галя не стала бы делать это просто так. Думаю, ее действия связаны с тем человеком, который напал на нее. Он ей угрожал, а может быть, даже шантажировал. Ей пришлось найти деньги. Да я же говорил, Полине тоже грозит опасность. Раз Галина вернулась и старается быть рядом с Полей. Все возможно. Она ведет какую-то свою игру. Галя не причинит зла дочери. Рома, ты все-таки попытайся найти Полину. Ты сам сказал, что Галя старается не упускать ее из виду. Значит, у нас есть шанс найти ее саму. Главное не упустить время. Не дать Галине усугубить ситуацию. Вот так, да. На связи, мой друг. На связи. Оль, я сейчас заеду домой. Вдруг мама там. Шансов мало, но я просто не могу сидеть и ждать. Чем мне помочь тебе? Пожалуйста, ты звони на нашу с мамой квартиру. Вдруг она появится. Хорошо. Полиночка, я держу за тебя кулачки. Помнится, в институте на экзамене срабатывала. Спасибо. Если б все было так просто. Вы что-то сказали? Нет, ничего. Здрасте, Светлана Афанасьевна. Кирилл Юрьевич, здрасте. А что это у нас тут? Ну, что случилось? Тут вчера парни какие-то ошивались, подозрительные. Я их, конечно, шуганула. Да все в порядке. Когда вы следите за порядком, в нашем подъезде все в порядке. Вы как скажете, что вы хотели. Галину Покровску сегодня не видели? Может, знаете, куда она пошла? Галька-то? Да. Да вы что, я ее не видела с тех пор, как ее арестовали. Она разве вернулась? Вернулась. Ага, ну, значит, еще повидаемся. А вот Поленьку, дочку ее, недавно видала. Я шла в магазин. Она заходила с какой-то женщиной в подъезд. С какой, описать можете? Да тетка и тетка. Ну, не из нашего дома точно. Может, подруга Поли? Они разговаривали вроде как хорошие знакомые. Спасибо, Светлана Афанасьевна. Можно идти? Да. Всегда ваша. Серега, привет, это Гранов. А ты можешь вычислить геолокацию человека по номеру телефона? Ну, ты обижаешь. За мной не заржавеет. Поля, ты вернулась? Нет, я не вернулась. Я ищу маму, я думала, что тебя здесь нет. Поля! Давай поговорим. Я тебе звонил, искал. Мне так много нужно тебе сказать. А мне нет. Оля! Я прошу. Пожалуйста. Заплати за такси. Прости. Я думала, что я смогу поговорить, но я лучше уйду. Поль, я не понимаю, мы еще вчера были семьей, а мы сегодня как будто чужие. Рома, я была не права.
Я была не права, когда ты привел мою маму. Полина. Я привел твою маму не просто так. Да о чем ты вообще говоришь? Полин, я... Я тоже тебя обманывал. Подожди, то есть... Это моя мать приставила тебя ко мне, и все эти пять лет... Поль, я не был знаком с твоей мамой. Я искал твоего отца. Что? Мой папа... Точнее, тот, кого я считал отцом, рассказал мне перед смертью правду. Он забрал меня из родной семьи, чтобы спасти моих родителей. Убили, и мне тоже угрожала опасность. Ему помогал его друг. Он мне показал фотографию, а там он, мой родной отец и... Твой папа. Я стал искать его, но так и не нашел. Ром, почему за эти пять лет ты ни разу мне про это не рассказал? Ты знаешь, я в какой-то момент понял, что мне это стало не важно. Важно, что я встретил тебя. Так ты знал, чья я дочь? Вообще нет, это... Мы встретились абсолютно случайно. А потом уже, когда я увидел твои семейные фотографии, мне как током шибануло. Я вообще... Как так не бывает. Теперь, когда я узнал, что твоя мама жива, я решил с ней поговорить и привез сюда. Я просто хотел узнать правду. Правду, Ром. Правда, это самое сложное. У всех столько тайн. А у нас с тобой вообще есть другие жизни. Параллельные. Ой. Пожалуйста, не уходи. Мне очень плохо без тебя. Все как-то рушится. И... Ты нужна мне, Поля. Ром. Я люблю тебя. Сергей,
Нашел? Отлично. Ловлю адрес. Сергей Петрович, в долгу не останусь. Угу. Привет, Гранов. Здравствуй, Галя. Я так и думала, что меня найдешь именно ты. Слава богу, что нашел. Я хочу тебе помочь. Я не нуждаюсь в помощи. Я узнал, что ты украла у двух человек деньги с карт. Ну что, арестуешь меня? Нет. Но если я не узнаю правду, то я не смогу тебе помочь. Зачем тебе это нужно? Потому что ты мне дорога. Я знаю, что ты попала в беду и пытаешься решить все сама, как всегда. Пожалуйста, сделай исключение. Хорошо. Пойдем со мной. Полин! Поль! Оля, привет, не разбудил? Нет. Она вчера уехала и сказала, что к вам заедет домой. Ром, ну как ты мог ее... Так, ладно, все, давай. Я позвоню, если она приедет. Угу. Господи, как я умею эфирично врать. Прости. Ну, рассказывай, что ты опять сбежала? Только не говори, что это из-за Ромы. Почему ты просто не можешь сказать ему правду, а? Оль, перестань, ты не знаешь, какой он? Сразу бросится меня спасать, откажется от всего ради меня. Я виновата, значит, я и буду расхлебывать. Полиночка, он тебя любит, а ты все решаешь за него. Я просто считаю, что это правильно. Я слишком люблю его, чтобы тянуть за собой в этот кошмар. Осторожней! Тихо. Да не делай ничего. Пошел вперед. Иди, иди. А, больно. Я их вообще первый раз видел. Но... Сейчас разберемся. Гранов, ты что? На задание здесь? Я. Гранов, ты что, бухой? Ну ты даешь. Утро ведь. Ты с кем пил вчера?
Не помню. Ты, Гранов, ты давай, держи себя в руках. Так, что ты собираешься делать? Я хочу пойти в полицию и все рассказать. Полин, не вздумай. Почему? Ты сломаешь себе всю жизнь, ты понимаешь? Моя мама уже сломала свою жизнь из-за меня. Вот именно, она уже отсидела. И за что, вспомни? За твое преступление. А сейчас она может еще пойти как соучастница. И получается, она дала ложные показания, я правильно говорю? Да, ты права, я совсем не подумала об этом. А что мне тогда делать? Ну, для начала нужно понять, что там вообще случилось? Темная какая-то история. Ты так обожала отца, а он обожал тебя. Не знаю, бред какой-то. Я сама все еще не могу осознать все это. А твоя мама взяла вину на себя. Значит, на это тоже были какие-то серьезные причины? Нет, тут не все так просто, чтобы прийти и сдаться. Да. Ты права. Как бы все это выяснить, конечно. Мария обещала мне новые таблетки. Если я приму их, то у меня получится все вспомнить. Угу. Ну, значит, план такой. Я иду в клинику за твоими таблетками. А я? А ты продолжаешь искать маму. Меня нет. Здрасте. Заходи. Ну что, есть новости? Нет. А у тебя? Да как-то странно все. Поля объявилась, а потом опять исчезла. Она ничего про маму не говорила? Мне только хотелось с ней поговорить. Утром просыпаюсь, ее нет. Ну, ничего, найдем. Кстати. Сергей Петрович, привет. Слушай, ну что там насчет геолокации? Я тебе вчера скидывал номера телефона. Не может быть. По дружбе, продублируй мне еще разок. Что-то найти не могу. Угу. Спасибо. Спасибо. Че, не пойму. Что случилось? Он мне говорит, что вчера разговаривал со мной, а я этого не помню. Это ерунда какая-то. Как это? Я сегодня утром проснулся в машине. Я ничего не помню. Мне показалось, что я переутомился. Но это же странно. А? Слушайте, а вы уверены, что вы вчера не виделись с Галиной? Ты о чем? Гипноз? Гипноз. Пойдем со мной. Точно. Но если Галина так поступила со мной, значит, все плохо. Надо срочно ехать. Надо срочно ехать. Ну, что ты сидишь за мной? Мама. Дай же мне подсказку. Где же тебя искать?
вместо недвижимости. Полковая улица, 125. Это же рядом с нашим домом. Мама, спасибо тебе за подсказку. Вот адрес. Странно, прямо по дороге к нам домой. К вам домой? Все это не очень хорошо. Почему? Галя, как всегда, захотела все решить сама. Это могло закончиться плохо. Если ее шантажировали, значит, могли попытаться ее убить. Ну что? Поля не отвечает. Боюсь, она может быть с мамой. Поехали. Пожалуйста, мы можем ехать побыстрее?